Всем привет! Сегодня хочу представить свой новый альбом, который была создала для девочки, которая родится по удивительному совпадению именно сегодня. И бабушка решила сделать ей подарок, а также подарок ее родителям. Это альбом на целый первый год жизни этой маленькой принцессы. Альбом весь сделан, конечно, в девочковых тонах. Девочку назовут Ясмина. Она еще этого не знает. Вот. Но вот мы уже с бабушкой вот все это спланировали. Здесь такая маленькая юбочка, цветы ручной работы. Это цветы покупные. Здесь также использована вырубка. И цветы из вот такого кружева. На боку сделана вот такая кисточка снежной шибелентой. Вот, закрывается у меня альбом с обратной стороны на кнопку для большего удобства, чтобы не портила обложку альбома. Итак, открываем первый разворот. Размер альбома 21 на 22, то есть такие небольшие размеры. Переплет сделан из ткани, он прошит также. Вот, итак, первая страничка. Я у мамы под сердцем. Здесь использованы чебурды, вырубка, высечки. Сюда можно будет поставить фотографию родителей, где мама еще с животиком. Вот, открывается эта страничка. Здесь можно увидеть еще совместную фотографию родителей. Я специально поставила вот такую карточку, чтобы они знали, с какой стороны нужно ставить фотографии. Здесь уже фотографии выписки. Сюда, в кармашек, родители смогут поставить фото УЗИ, чтобы оно не потерялось и находилось всегда в альбоме. Закрывается вот на такую пластиковую перепоночку, такой анкер. Следующая страничка. Я родилась. Это уже для самой девочки. Можно будет поставить сюда ее первую фотографию. Здесь также использован чипборд. Специально не красила, потому что, мне кажется, природный цвет при данном цветовом сочетании смотрится великолепно. Закрывается эта страничка на хлястик с магнитом. С обратной стороны находится у меня конверт. Вот такой, где внутри находятся карточки, на которых мама сможет отмечать, когда начала держать голову девочка, улыбнулась, первые слова съела, когда появлялись первые зубы, ну и, конечно, самые разные, там, имя, во сколько родилась, когда, различные важные для родителей моменты. Здесь я завяжу вот такой узелок для того, чтобы родителям было понятно, что именно, если что, брать для разворота. Вот. Вот так мы закрыли. Ну и под ней место еще для, получается, 1, 2, 3, 4, 5 фотографий. Вот. И кармашек для бирочки. Закрываем. Следующий разворот смотрим. А вот его я приспущу сначала пониже. Так, здесь все просто. Это вот такая конструкция. Хотя я не знаю, может быть, для кого-то она не очень простая. Здесь место еще для фотографии в 2 месяца. Вот. Закрываем. А здесь первый месяц получается. А эта страничка уже на 3 месяца, закрывается на вот такой прозрачный анкер. Вот такие 2 странички, и внутри еще вот такая книжечка, куда родители смогут разместить фотографии большего формата. Здесь также я разместила вот такое вот сердечко для того, чтобы закрывать вот эти книжечки. На самом деле анкер поставила после того, когда увидела, что конструкция держится на самом деле на бантике не очень уверенно. Поэтому появился вот такой прозрачный анкер. А вот следующий разворот. Это у нас получается уже 3-й. Всего в альбоме 5 разворотов. Здесь такой мишка, который обозначает 4 месяца. Все чипики также не крашеные. Открываем.
Здесь у нас тоже прозрачные анкеры. Открываем вот так книжечку, так закрываем на анкеры прозрачные. Они не портят у нас никак картину. Открываем дальше. Здесь страничка посвящена купанию. Такой малыш с брызгами воды. Вот. Использовала для закрытия большие магниты, для того, чтобы они могли держать несколько фотографий. И вот сюда родители смогут вставить за прозрачную вставку фотографию самого первого купания своей маленькой девочки. Вот. Здесь уже страничка, посвященная 5 месяцам. Вот ее знаменует колясочка, чипборд. Также есть цветы, высечка. А вот смотрится это все, по-моему, достаточно органично. Закрываем. Вот. И чтобы это также все фиксируется на большие магниты. Следующая страничка. Маленькие ручки, маленькие ножки. Держит вот такой поворотный механизм. Он посвящен, сама страница посвящена 6 месяцам. Здесь вот такая книжка на 4 фото. Здесь 2 фото. И сюда родители смогут еще вставить фотографию уже самым первым зубом. И также в кармане располагается вот такая, такой планшет для 4 фотографий. Все фотографии, которые будут размещаться в этом альбоме, практически все размером 9 на 12. Мне кажется, это самый лучший вариант для альбомов небольшого размера. Сначала здесь я передвину вот так. Вот так покажу вам. Здесь у нас тоже сладкие сны. Здесь можно поставить фотографию малышки, когда она спит. Это знаменует чипборд, девочка и облака. А вот все украсила кружевом. Вот. Беру маленькую прищипочку. Здесь у нас скрепка «Наше счастье», которая держит это у нас на 7 месяцев сторона странички. Здесь фотографию, сюда можно прилепить фотографию, приклеить. Вот. Очень такое нежное платьице здесь смотрится. Здесь у нас уже 8 месяцев. Открываются вот так наши раскладки. Здесь топотульки. Мама сможет записать сюда какие-нибудь свои интересные наблюдения про малышку. Вот. Закрываем. Да, самое главное. Дальше я такая лапочка в папочку и мамочку. Здесь вот в этих кармашках тоже такие а-ля теги под фотографии. Это что-нибудь милое, что-нибудь с прогулок. Родители сами решат. Здесь уже разворот под 9 месяцев. Вырубка вот таким очень милым, мне кажется, медвежонком. Вот. И здесь можно поместить 8 фотографий. Закрываем. Закрываем и все это на маленькую декоративную прищепочку. Здесь что у нас? Здесь у нас вот такая раскладка, на где могут поместиться 4 и 7 фото. Это «Я учусь ходить», можно первые шаги, фотографии с прогулок. Открываем разворот. Здесь 11 месяцев, и родители смогут в произвольном виде вот в этой книжечке приклеить фотографии. А для этого я вложу уголки, которые мама сможет зафиксировать фото. Здесь уже 10 месяцев, обратите внимание, вот такая книжечка. И все это закрывается на очень подходящего цвета, такого чайного, наверное, шибиленту. Закрываем страничку и все на анкер. Перелистываем. И здесь уже это финальный разворот, 5-й. А он посвящен, это здесь страница первый год. Открывается здесь кармашек. Опять же, мама сможет какие-либо наблюдения сделать. Закрывается все это на большие магниты. Они видны, но за фотографиями ничего видно не будет. А вот здесь также карточка, куда мама сможет записать какие-то наблюдения, либо вставить дополнительную фотографию. Закрываем. И на противоположной страничке у нас на шибиленту закрывается конвертик, куда мама сможет положить либо фотографии, либо какие-то памятные вещи. Здесь книжечки, каждая на 4 фото.
Вот, все они крепятся, как вы видите, опять же закрываются на шибе ленту. И подпись «Маленькая принцесса». Принцесса уже будет, я думаю, бегать и активно заявлять о себе. Поэтому фотографий будет все больше и больше. Завязываем бантик. Так, перелистываем эту страничку. Я спущу немножечко ниже альбом. Здесь у нас вот такая раскладка, просто для милых каких-нибудь фото, которые дороги маме с папой, уже не обязательные подписи, потому что все основные подписи мы показали. Ну и здесь такой достаточно объемный карман, куда помимо вот этой книжечки на 4 фото сможет поместиться еще фотографий 10. Закрываем наш альбом. И в ближайшее время мы его сможем передать нашим заказчикам, которые очень его ждут. Вот. И я надеюсь, что он долгие годы будет радовать свою маленькую хозяйку своим внешним видом, тем, что он хранит, будет хранить самые важные воспоминания о ее первом годе жизни. А вам спасибо большое, что вы присутствовали на этом обзоре. И я думаю, что в ближайшее время я уже буду приступать к неким мастер-классам и рассказывать, как я создаю свои следующие альбомы. Ну, пока я прощаюсь и до скорой встречи. Пока-пока. Я надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте, если что, лайки. Пока-пока.